Ежегодно в Алматинской области регистрируют брак более 1000 молодых семей, но половина из них распадается. Такой неутешительной статистике посвятили семинар, в котором приняла участие молодежь. На тренинге эксперты рассказали о нюансах построения взаимоотношений между молодоженами, а также психологии отношений с новыми родственниками. Для того, чтобы создать брак, необходима внутренняя готовность самой личности. В первую очередь человек должен отдавать себе отчет и понимать, что он готов вступить в этот брак. Он должен брать на себя ответственность.